Сегодня утром около 8 часов 15 минут шел я на работу с той стороны. Зайдя на мост, я увидел, как женщина стоит над речкой на мосту и что-то смотрит в сторону речки. Когда подошел, увидел, что собака в воде находится, сама и передними лапами карабкается на льдину, вот там, где сидят утки. И забраться у нее на льдину не получается. Я предложил женщине подозвать собаку, чтобы она отплыла льдину, и где снег, я думал, что она заберется сама. Женщину мы какое-то время подозвали, и она поплыла. Подплыла к снегу, у нее также не получалось забраться на снег. После, увидев, что уже собака начинает уставать, и уже все, как бы она... сил не было у собаки. Я принял решение с той стороны обойти речку. Там спустился я вот оттуда, вот мои следы, как раз оттуда я спустился, шел сюда, вот здесь под мостом я начал проваливаться, лед начал ломаться, вот там чуть проломлен видно. После этого я принял решение идти обойти за кусты, и там я пошел за кустами, через кусты прямо, и вышел прямо к собаке. Собака от меня где-то было в полутора метрах. Дальше там уже не пошел, потому что там лед начинается очень тонкий. Я наклонил две ветки от кустов, лег на них, дотянулся до собаки рукой и вытащил собаку на снег. После чего я затащил за кусты, и собака побежала в сторону деревьев. Но я пошел дальше на работу.